И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Кэт Макс, Серега и Фокси. Сегодня мы играем в Гаррис Мод, пацанчики, поздравайтесь. Всем привет. Сегодня мы играем на карте SCP-86. Пацаны, внизу очень много монстров, очень много аниматроников, вы готовы их мочить? Ставьте лайкосики. Так, 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 я даже боюсь немножко идти. А чё они не бегают? Выходи, выходи, мужик. Аниматроник. О, не может выйти, смотри, она зажата. Офигеть, началось. А здесь что у нас? Я убил его. Вроде бы. А ну, кто там? А, Чика бегает. Ого, она отлетела аж. Ого, там монстр, смотри, он на меня орет. Мочи, мочи его. Ого, мочи. Что? А что он делает? Это он шипит, что ли? Ого, отвали от нас. А что, не убивается, что ли? Убивай, убивай. У него лапы отстреливали. Нет, не потому что лапы отстреливали. Отстреливались щупальцы. Мочите, мочите. Вот это монстр-крепыш попался. Все, убили, пацаны. Фух. А там мы не... мы одного не убили. Тут один с бензопилой еще остался. А ну иди сюда, бензопили. Ай, блин, по голове бензопилой дал. Смотри, ха-ха, пацаны рубят нас. Есть. Блин, эта калитка задрала меня. Даже тихо стало, что мы их зарубили. Так, 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 продвигаемся. О, Димас, смотри, кто здесь. Ого! Красавчиком был. Так, надо контрольный выстрел в голову сделать. Ого, сальтухи крутит. Все. О, я слышу, там NPC-шки. Так, все тихо. Запрашиваю поддержку. Идем, идем, идем. А кто там? О, мужик, смотри, что он будет делать? Ребята, кто знает с какой-то игры, напишите в комментариях. Смотри, как он тулится. Надо в голову стрелять. Во, четенько, хедшот. Давайте, здесь пусто. Нифига себе, они там звуки издают. Да. Они там, за дверью? Давайте, пацаны, открываем. Надо оружие, наверное, взять еще мне какое-то мощнецкое. Сейчас, сейчас, сейчас. А, вы уже открыли. О, миниган. Ого. Смотри, какой он резкий. Убили. Очень... Вот это... Вообще жестко. А, нет. Живой. Да как? Он воскресился. Все, все, убили, убили, точно. А где еще один? О, наверху ждет нас. Ого, он летает. Ты че, кабан? Мочи, ого, у него лапы разлетелись. Дима, смотри, что у меня еще есть. Ого. Это на сладкое. Нашему, я понял. Нашему. Так, идемте сюда. Сват наступает. Я слышу... Смотри, что за красавцы здесь. А ну-ка, не спешите, пацаны. О, идите сюда. Ну-ну-ну. Так он же слабенький. Смотри, как обостренный бегает. А вот этот будет поярче, мужик. У него тени такие прикольные. На! Не, не на. Все, убили. Нет, не убили. Все. А там тот живой еще, Димас. Пошли за ним. Иди сюда. Окружили его. Чётенько. Вот это мы вообще жестокие сватовцы. Слышу еще одного челика. А ну иди сюда. А это тот же Димас. Это тот же. Он сейчас встанет. Димас, это тот, которого мы сейчас убили, он сейчас встанет. А чё он встанет? Да как так-то? А я не знал, что он встает. Ого, ты ему бушку отстрелил, это было прям эпик вообще. Встанет? Нет, уже нет, бензопила заглохла. Бензин кончился, я понял.
Идемте дальше. Дорогой, эконом бензин. Так, мы еще здесь не были. Слышу звук противный. Кто-то харькается. Ну и где это? Камеры никого. Никого не вижу, а звук слышу. Значит, наверху кто-то. Можно подняться как-то? Никого нету. Я слышу, как он кряхтит. Может, в другую сторону? А куда мы еще не ходили? Тут так запутано. А мы по комнатам не прошлись. Так, пацаны, пошли. Спринтрап! Ой-ой-ой. Ого, тут их двое! Пошла жара! Нифига себе! Патроны кончились, другое оружие берем. Ого, у него лапы, по лапам стрелять надо. Ты шипунец. Еще живой, что ли? Сейчас, пацаны, сейчас перезаряжусь. По опухолям стрелять надо, по опухолям. А, все, я вижу на спине, понял. На пузе вон, видишь? Да, он так выпячивается, на пузо стрелять. Все, убили, пацаны. Красавчики. Ты тут не шипи мне больше. Тут еще канализация есть, надо канализацию проверить. Да, надо канализацию. Так, проверяем здесь. Чисто все. Все везде чисто. Опа. Че, в эту сторону идем? А это, по сути, мы обратно идем. Ну вот, спускаемся, да? А, канализация. Да. Пацаны, давайте, помогайте. Дверь зажала. О, тут скелет с Майнкрафта. Ха-ха-ха. Нормальная NPC-шка. Крипер, ты что ты делаешь? На! Патроны кончились. Давайте этот возьмем. Летел неплохо. Ого! Я нашел второй выход. Вот бухарик, что не поднимается? А, вон что, дверь, видишь, зажимает тебя. Ах ты говно. Фух, я еле вылетел, даже В не работала. Серега, надо было, когда мы проходили, там взрывчатки везде ставить, потом взорвать их. А, взорвем атомную бомбу. А, точно. Так, вот здесь мы были? Да. Были. Так, пацаны, вы где все? Ну, вот здесь. Серега, надо как-то взорвать бомбу, чтобы мы живые все остались. Так возможно сделать? А, ну, вы уходите, а я взорву. А ты что, погибнешь? Пожертвуешь собой? Да, я пожертвую собой ради вас. Хорошо, мы сейчас выйдем на улицу, посмотрим на этот взрыв эпичный. Так, давайте вот так вот вылетим. Ого, карта здоровенная, ничего себе. Так, давайте вот здесь станем на крыше. Я думаю, ничего не случится с нами. Ну что, Серега, ты готов взрывать? Да, готов, сейчас возьму парочку. Ого, ты успеешь запустить? Постараюсь. Давай. Ребята, сейчас будет эпик. Ого! Нифига себе, Серега, вот это жахнуло. Офигеть, ну я, конечно, умер, потому что я стоял, видно, не очень далеко от пич. А это, вот сейчас еще одну запущу. А ну давай, только... Эх, Серега, красава! Ху-ху-ху! Ребята, все, зачистка произведена. Ни один монстр не выжил. Ну и, конечно же, люди тоже. В 200 километрах жить теперь невозможно. Я, друзья, ну что уж, если понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайк ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!